До 3 миллиардов евро может выделить Евросоюз Турции на сдерживание потока беженцев с Ближнего Востока. На саммите в Брюсселе утвержден предварительный план действий. Анкаре даже намекнули на дополнительный бонус, если дело пройдет успешно. Могут ускорить процесс по отмене виз и вступлению Турции в Евросоюз. Многие эксперты заговорили о том, что ЕС таким образом от проблемы беженцев пытается откупиться. Еще 2 с лишним миллиарда евро страны Старого Света должны собрать на то, чтобы остановить миграционную волну из Африки. Кроме того, участники саммита утвердили строительство центров по сортировке беженцев. Тех, кому откажут в убежище, из Европы будут выдворять. Эти полномочия возьмет на себя Европейское агентство по охране внешних границ – Frontex. На этом фоне приходит сообщение о все новых трагедиях на этих самых границах. Около греческого острова Лесбос после столкновения с катером береговой охраны затонула лодка с беженцами. Жертвами крушения стали 7 человек, среди которых 4 детей. Еще один беженец погиб в перестрелке недалеко от болгарско-турецкой границы. Полиция открыла огонь при задержании выходцев из Афганистана, которые пытались оказать сопротивление.